Сегодня в распоряжении наших войск есть стальной гренадер, который не просто далеко бросает гранаты, но и может делать это очередями. Это АГС-17 «Пламя». Гранатомет АГС-17 был принят на вооружение советской армии в начале 70-х. По сравнению с американским аналогом, он казался пушинкой. Оружие было строго засекречено. В реальных боях его опробовали только в 79-м году на Вьетнамо-Китайском фронте. По тем временам качества АГС-17 казались просто феноменальными. Гранатометы «Пламя» в буквальном смысле выкашивали китайские пехотные цепи. «Пламя» — оружие мобильное и простое в применении. На дистанции от 1000 до 1700 метров из автоматического гранатомета можно вести стрельбу и по навесной траектории. У гранатомета есть станок, позволяющий вести огонь под разными углами. «Пламя» поражает врага даже на закрытых позициях, на обратной стороне холма или в окопах. При прицельной дальности в 1,5 километра автоматический гренадер буквально засыпает противника гранатами – 100 выстрелов в минуту. «Пламя» часто устанавливают на бронетехнику, вертолеты, корабли береговой охраны и речные катера. В Афганистане умельцы приваривали для гранатометов к БТР и БМП специальные гнезда. Наличие на броне АГС позволяло доставать маджахедов в условиях, когда штатное оружие пехоты было бессильно. АГС эффективен против живой силы, но не способен поражать даже легко бронированные цели. Главное оружие таких гранатометов – осколочные боеприпасы. Для «Пламени» были разработаны умные гранаты. У них есть предохранитель и самоликвидатор. Если граната улетела менее чем на 30 метров, взрыва не будет. При неудачном выстреле расчету не надо опасаться осколков собственной гранаты. В то же время при выстреле на дальность свыше 1,5 километров подрыв произойдет автоматически. Пламени два человека. Один ведет огонь, второй подносит гранаты и помогает переносить гранатомет. Станок легко складывается и переносится вторым номером расчета. В бою АГС несут оба гранатометчика за ноги и ремни. Но при необходимости с пламенем управится и один человек. Для стрельбы прямой наводкой используют оптику, огонь по навесной с помощью угломера. Гранатомет можно пристрелять за несколько секунд, уже во время боя. Опытный стрелок бьет короткими очередями по 3-5 выстрелов и корректирует огонь по подрывам первых гранат. Однако АГС-17 оказался неудобным для городского и ближнего боя. Перетаскивать двухпудовый гранатомет во время лобового столкновения просто нет времени. Разработка автоматических гранатометов продолжается и сегодня. Из конструкции Анатолия Филипповича Барышева можно стрелять даже с бедра. АГС-30 – гранатомет второго поколения. Он гораздо мобильнее. В сборе весит всего 16 килограммов. Боевые характеристики не хуже, чем у своего более тяжеловесного предшественника. Баллистика и боекомплект 30-го идентичны АГС-17, но темп стрельбы выше в 4 раза, при значительно меньшей отдаче. Еще одно достоинство АГС-30 – конструкция станка. С ним можно вести стрельбу с неподготовленных позиций. Широкий сектор обстрела дает возможность быстро поразить внезапно появившуюся цель.
На мировом рынке вооружений АГС-30 пользуется все большим спросом. И это неудивительно. В ходе локальных войн и операций против террористов такие гранатометы являются незаменимым оружием.